пришли последний день затариваться алкоголем. Сейчас я расскажу вам, где Дадайхаун купить относительно дешевый алкоголь. Ну, я считаю, что в этом месте самый дешевый. Вот торговый центр «Зима» переходит вот сюда вот. Если смотреть от «Ананас» с левой стороны, вот есть такой, называется «Чай у Дина». Вот мы сюда заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Рекламу вам показать, что чего. Ну, вот тут и чай, и алкоголь. И это вот мы себе тут присмотрели. Вот такая водка в бамбуке. Стоит она 15 юаней. Вот, 150 рублей. Вот две возьмем мы себе. Бери еще, Наташа. Две. Такие вот тут есть в этом. Молочная водка. Тоже возьмем 15 юаней. Сколько? Одну? Да пока одну посмотрим еще. Вот такие с коньком хорошие, 15 юаней. Ну тут все в основном 15 юаней. А вот эти вот 10 юаней, да, водка. Так, ну возьмем такую, да? Ну да, ну возьмем. Давай, бери вот такую. Сколько? На две раз такое? Я не знаю. Сколько тут? 20. А вот такую не будут с коньком брать? Ну подожди, сейчас. С коньком, вот говорят, 15 очень вкусная. Молочная, кокосовая, вот водка. Вот, 10 юаней кокосовая. Ну, чай тут относительно дешевый. Все тут, все и пуэр, и Аллеющий Восток. Все тут. Ну, вот, говорю, мы где ходили, самые дешевые в основном. Вот здесь вот нашли. Здесь мази, крема. Вот тут, главное, боли и простуды. Все по-русски замечательно говорят. Все объяснят, все это. Вот мы сегодня долго ходили. Главное, не ходите в «Ананас», там очень дорого. Все, которые тут 15, там 25. Идите сразу же сюда, вот торговый центр «Зима». С левой стороны. Вот, так, ну сколько мы взяли тут? Да это, сколько мани? 45. А нам надо 75, да? Угу. А? А 75. 25. Ну что, конек возьмем? Конек 25. А ты эту одну взяла? А я еще не брала. А, эту не брала? Нет. А вот это не брали, да, мы? Нет. 60, да? Это сколько? 10? 10. Ну, давайте вот эту и вот эту. За 75 все будет со скидочкой? Посчитайте. 5 юаней нам скиньте, чтобы на еду у нас осталось. А 80? 80. А сколько останется? 26. 26 там не хватит. Сколько? 28 нам что-то осталось. Вот там 26. Ну вот. Вот на 80 юаней набрали мы. Угу. Вот тут вот. А чайнички сколько? 10 юаней. 10 юаней. Тоже нормальная цена. Вообще великолепная цена. Но мы тоже по 10 брали наверху. Так что мы так сегодня все улетаем. Все, спасибо большое. В Ютубе, в интернете будет это. Все, сессия.